молчание. Честно говоря, ни я, ни Данил не были готовы к этому, но да, действительно, видим мы на экранах. В воротах Павел Павлюченко, это еще одно изменение. Центральные защитники, Кики Габи номер 2, номер 22 Александр Павловец, слева номер 13 Максим Витус, справа номер 21 Олег Веретила. Алексей Клюпаков, его помощники Сергей Теслюк и Алексей Ковалев, четвертый судья Ольга Терешко. Делегат сегодняшнего матча Сергей Ильич и инспектор Вячеслав Быков. Вот результаты сегодняшнего поединка, но гарантировал себе четвертую строчку в турнирной таблице. Здесь удар поворотом и Павлюченко вступает в игру, довольно неплохой момент был. Фанатов Минского и Брестского «Динамо», но они раздели, но они заполнены практически до отказа. Еще один очень опасный момент. Продолжая тему ухода Сергея Игнатовича, да, остается Максим Плотников и Сергей Гуренко. Здорово в очередной раз пушку свою демонстрирует Александр Наёк. Прессингует минчане, и не так просто было Кики Габи справиться. Белоног удар выше ворот. Подвинулся чуть поближе. Передача от Осачуку на Гордючка. Тут прострел, просто великолепный момент. И как здесь Денислапцев не забивает. Возможно, если бы лидера Брестского «Динамо» Артема Милевского, который на скамейке запасных. Какая великолепная передача. Я, честно говоря, не заметил. Но это уже, конечно, зависит от руководства японского клуба и от руководства Минского «Динамо», с которым мы не знакомы. И непонятно, что... Играющий сегодня в центре поля, и очень здорово смотрится он сегодня. Гордичук в одно касание здорово пробил. Я думаю, что стоит рассказать о запасных, которые могут появиться в втором тайме и усилить игру. Но уже продолжим после этого момента. Выход 1-1, и не было офсайда у Михаила Гордичука. 0-1, Брестская «Динамо» выходит вперед. Блестящий момент. Денис Лапцин, да, сделал эту отличнейшую передачу, тончайшую. И на самом деле это то, в чем очень сильно прибавил Денис Лапцин в этом сезоне. И три голевые передачи также на его счету. Вот эта передача от Лаптева. Отрезает от мяча он двух центральных защитников Минского «Динамо» и вводит Гордичука 1-1 со Шпаковским. Да, у Лапцева, если мне не изменяет память, в этом сезоне уже были голевые передачи. Кажется, она... шестая, да, в этом сезоне стала для него. Ну и Михаил Гордичук отлично разбирается в этом моменте. И какой перформанс, друзья, фанаты Брестского «Динамо». Это, честно говоря, риск, учитывая... активизироваться и попытаться увеличить темп для того, чтобы потревожить Павлюченко и сравнять счет, по крайней мере. Ну, очень опасный момент может быть еще один. Александр Наёк пробивает 13-го номера «Динамо», но не проходит она. И вновь Яхай перехватывает мяч, бьет поворотом, но намного выше. С позиции Валерия Кичина пришел этот пропущенный гол, который, к слову, забил Михаил Гордичук с передачи Дениса Лаптева. Великолепный гол. Ну и мы продолжаем наблюдать за этой интересной встречей. Мне показалось. Вновь Дуарте. Осачукво. Здорово на Лаптева. И тот должен решать. И мимо ворот. Оборону «Динамо». Иванов здорово на белонога отдавал, тот отыгрался с Егором Зубовичем, и тот забивает гол с левой ноги в дальний угол, и Павлюченко не смог справиться с этим плотным ударом. Результативных очков в сумме, действительно прекрасно сместился, и вот мы видим повтор. Ну, мне кажется, можно какие-то вопросы все-таки Павлу Павлюченко задавать. Зубович ушел, буквально убежал от... Наблюдаем то, что и было в первом тайме. Высокий прессинг в исполнении брещан. Перехват мяча уже Наёк. Он может бить с такой позиции. Он бьет, и счет становится 1-2. Александр Наёк. Вот это выстрел, вот это гол. Действительно, Наёк который раз демонстрирует, что ему вообще нельзя давать пространство в... Александру Наёку наносить удар с такой позиции, и никаких шансов он Денису Шпаковскому просто не оставил. Да, действительно, молодой кипер не был готов к этому выстрелу. Но на самом деле, сложился он отлично. Но такие удары, наверное, можно назвать неберущимися. Ну, удары от Александра Наёка, от человека, чьих выстрелов боятся все голкиперы высшей лиги. 1-2 у нас, 3 забитых мяча. Вот так вот, кажется, моментов было немного, но 3 мяча уже побывало в сетке обеих команд. В этом сезоне... нет. Да, в этом сезоне здорово себя проявил, безусловно. Забил 7 мячей, и до этого матча
Это гол, друзья, да. Это гол. Извините, приходится мне прерваться. Денис Лаптев со второй попытки, со второго этажа делает счет 1-3. Прекрасный навес от Романа Юзупчука. Голе, но все-таки шел он на выход, на перехват. И, к сожалению, до мяча не добрался. Вот видим мы, и не получилось сделать то, что задумывал Денис. Но мы желаем ему только удачи. Действительно, голкипер с большим будущим, будем надеяться. Ну да, сделать было здесь, особенно на этом повторе, видно что-либо очень проблематично. Денис Лаптев спокойно мяч переправил. Безусловно, Белорус, безусловно, связи в центральной защите очень важны. Зубович наносил удар. Еще один удар от Фатай на данный момент. Именно он пробивал, однако не сильный получился удар. Действительно, наверное, не самая лучшая сторона об Рцоре. Ну да, там в Витебске, на самом деле, результаты за 2 минуты 2 мяча летело в ворота витебчан и проиграла. И Рцор, поздравляем подопечных Белясского, поздравляем всех молодых ребят, они остались в высшей лиге, и в следующем сезоне мы